тех, с кем сегодня переговоры не ведутся, в ближайшее время мы с ними начнем разговаривать. И, безусловно, вы должны понимать следующее, что мы ничего здесь ни у кого не отбираем. Никто ничего не пришел переделить. Вот и все. Чтобы население было уверено, те деньги, которые собрали, они дошли до потребителя. А те деньги, которые остались в управляющей компании, будут использованы по назначению во благо жителей. Прошу прощения. Вот и все. Никаких сверхпросьб не будет. Поэтому всем хороших выходных. Жаркая погода. Не перекупайтесь. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Все, спасибо.